Снова всем привет, ребят. Очередная, скажем так, попытка игрового теста в телефон от компании Honor 9X. Чем уж интересный в телефончик? Впервые вот я стыкаюсь с процессором в Kirin 810. Здесь в телефоне 4 гигабайта оперативки, 64 с постоянной, аккумулятор в 4000 мАч, и здоровеннейший экран и 659 и Full HD+. Что из плюсов, что, знаете, ну, что сделали в каркас из металла, шикарный, ну, что дизайн, но действительно, хотя, ну, что кричали, что вот это, что буковка X страшно смотрится, я не знаю, ну, что вот не нравится. Что вот не нравится, что все-таки, ну, что сделали селфи с перископом, ребят, но, конечно же, экранчик у нас, ну, что поинтереснее, и что тут нет одновременно, чтобы симки две и карта в память его. Включается со сканера, если захотели. Что сбоку, скажем так, ну что попытался, ну что первая попытка игрового теста была, и здесь чуть-чуть тут не получилось, ну что карточка что глючит, стартуем, и еще раз, ну что вдруг все-таки получится, что попытаемся все вместе, я надеюсь, что окажется кому-то, да, интересно. Пока, ну что впечатления о самом телефоне остались, ну что только теплые, отличная в камеру, вот, ребят, ну что действительно, вполне все окей, на ту стоимость, что он стоит, скажем, вот есть, но телефоны поинтереснее, но в любом случае все вполне терпимо. Так, я хочу выйти. Акции, специальные предложения, мой клуб, пятница, блин, новый набор, что вы за хрень турите? Моя карьера. Вот, что, извините, вот я сильно вот не играю, то из этого иногда бывает в таких приколах теряюсь. Давайте он, четвертая гонка. Громкость, динамика. Супер идет, потому что действительно вы услышите его и в сумке, и где бы вы что-то ни оказался, все, слышимость вполне комфортная и удобно. Из вибрации, честно, скажем так, лукавить не хочу, но в сумке вот я не чувствовал. В кармане и в куточке все окей. Тю. Вполне все и красивенько, и симпатично идет. Я не знаю, там что у вас по картинке, конечно. Опа, я влепил. Кому-то пистоном за. Понесла. Подсветочкой включил 50%, потому что, извините, я, наверное, упустил сказать этот момент, используя для длительного действия. Ты я уже включил. Чё ты меня штурмуешь? Знаю. Да. Обалдеть, красава. Ну, я считаю, что окончание, ну что, для гонки, ну что, в целом, оказалось окей. Идем вперед дальше. Так, ждем 2 секунды, чтобы вот не было рекламы. Я понимаю, что кажется кому-то интересно. Единственное, что я сама, знаете, тут стрёмно, чтобы все-таки вот не, ну что, с карточкой снова вот не заглючило. Температура стала чуть больше, кстати. Потому что первый раз то было в 25 градусов. Температура 28. Но учитывающий, какая у нас еще оказалась рука, что дура. Так что вполне сидит. Вот это да. Столько автомобилей расфигачил за один раз. Ну что, до свидания. Там у вас хотя бы симпатичная картинка. Извините, честно, вот мне удобно смотреть камеру одновременно и что, куда и как сказать для вас.
Не успели. А я туда хотел. Вот видите, вот если бы мне отключил эти дебильные управления жестами, то было бы поинтереснее, наверное. И носит меня, носит меня, гудящая, гудящая, да. Прибежала, прибежала. Ну, некрасивое окончание, считаю, что вполне все ок. Так, ребята, надеюсь, что все увидели, что, скажем, с асфальтом все включается, исправляется вот на изи телефон. Тем более, что 4 гигабайта, ну что, оперативки S4 постоянно. Единственное, что, знаете, кто не знает, процессор построен на 7-нанометровой архитектуре. И в теории он, ну что, экономненький, конкретно, и дури здесь, ну что, хватает, ну что, для всего. Показываю, что с настройками идет, чтобы вы увидели, а то, что попросили меня, чтобы я включал и показывал. Есть старт. Включаем в командный бой. Вот единственное, знаете, что вот, ну что не нравится, что все-таки, ну что глянцевые эти телефоны, они все пачкаются по полной. Вот из этого вот я бы, ну что лучше бы, чтобы и шел из металла, то было бы покруче. Ну что лично для меня, так извините, но у каждого вот есть что мнение свое. Я не стесняюсь высказывать его. Так, включаем бой. Старт. Вы куда? Угу, прицел. У меня, я с таким автоматом интересен. Сегодня. Ого. Салам алейкум. Так. Попали. Не попали. Так, я сближение сделаю, чтобы, наверное, чуть-чуть получше было видно. Так вот, не обижайтесь и не кричите, что я вообще вот не играю. Потому что так оно есть на самом деле. А здесь можно, знаете, втихаря их обходить и получать по полной. И носит меня, носит меня, гудящая, гудящая. Не, ну я стрелял же в него. И убил все-таки. В конечном итоге, кстати, свершилось чудо, что Леня иногда бывает и кого-то косит. Ага. С кем он стрелять так будет? И все равно убил. Ничего. Ребят, пока мы не собираемся сдаваться. Тут я смотрю, попрыгунчики в пасны играют. Хэбли. Да. Ну, иногда, чтобы я еще и целился, это было бы все-таки, ну что, поинтереснее, считаю. Так, нам в другую сторону. Кто там сбоку стрелял? Эй, ага, сейчас. Опа. Опа, кто в домике живет? Ну, в чем плюс, что в кого-то да я попал все-таки в конечном итоге. Офигеть, я конец стреляется бодро. Но я на один выстрел, так что ждать чуда. Здесь никого нет. И встречаем гостей. Гости. Ага, вы в нападение решили идти. Ну, кстати, это не сильно опасная идея.
Знаете, в такой ситуации вот нет слов называю. Что я могу сказать вам еще? Угу. Я же ему в голову попал. Или не бессмертные здесь вообще все идут? За один раз. Из пистолета. Кю. Обидно, досадно, ну ладно, ладно, ладно. Парам-па-пам-па-пам-па-пам. Чего вы стесняетесь? Надо вперед идти, не сдаваться. Самое главное. Да, но, скажем, эффективность в тактике вот не сильно оправдывает себя. Но в чем суть по аккумулятору? Пишется 86%. Это съело 2% в течение 10 минут. Слушай, извините, я чуть не то упустил этот момент. Идем вперед. Так, я снова в домике. 5 домики. 5 домики. Ага. Это оказался кто-то из них. Идем сюда. То я еще из пистолета, оказывается, кого-то здесь получается иногда убить. Да. Так, ну что, извините, но все-таки всему вот есть предел. Я попытался поиграть. Игра интересная, я не знаю. Ну, давайте для фисовочки очистим систему еще. И стартуем из танков. Ну, штанчики включил с максималками вот, ребят. Но снова стыкаемся с тем, что... Из-за закругления экрана все-таки у нас мы что-то не увидим ситуацию по FPS-ке. Что, извините, стыкаемся и с таки. В ПК, ну что в теории, вот, если с 2% в 10 минут, то все окей. Так, чтоб не говорили, что все печально так. Кстати, отдельное спасибо китайцам за, ну что, пленочку в покрытие изумительно идет. Смотрите, вот единственное, что только вот не включал 16x и все. И в целом играется вполне комфортно. Так, тут пока все окей. А куда ты? Это где хотя? Не, иду я все-таки на ПТ-шкам помогать. Так, ну пока шестерочка идет, я так думаю, что это означает все-таки 60 FPS, ребят. Опа, леопардика засветили. ИС-8. Где ты там? Что, станешь и в кустах и стоять будешь или что? Ну давай. Ай! Идиот. Знаете, вот, ну что, оказалось бы еще получше, чтобы я иногда и смотрел на карту и вообще, как вот надо в такие игры играть. Пока идет шестерка пишется, я так думаю, что все-таки 60, ну что, FPS в процессор вполне тянет, ребят. Но прицелиться я и пытался бы, да, вот мне получается. И кто-то пристроился еще в моей... Да.
Игрок из меня, конечно, в нефти. Ничего. И еще раз в кавелика. Такую тише лучше сделать. Фугасики. Как обычно. 15 минут, кстати, будем сейчас играть. Минут. Есть. Поехали. Где все? Ага. Ну, я вам скажу, что ситуация печальная. Давайте, может, я сближение лучше сделаю. Было. Но эффективность от этого вывод не увидит. Кстати, все будут интересоваться за игру Fortnite, ребят. Она здесь фигушки пошла. Скажем, играться и с танцами, и с бубнами я акцентировал, я вот не буду. Я считаю, ну, что танки там и в PUBG вполне покажут. Ты ж на ковелике, ты должен идти вперед, придурок. Засветили меня еще. Идиот. Так, у вас там симпатичная хоть картинка. Ну, в ПК показывает 60 плюс-минус. А я сбоку обхожу тебя, засранца. Ага, вот еще кто-то засветился у нас. Пушка, ты хотя бы... Ну, и тут Леньке будет... Опа. Ба-бам! Оторвали шайбу. Ничего. Все вполне терпимо, не надо, ну, что-то расстраиваться, знаете, если я сделаю 4 вкатки. Так, ну, включаем 16x для начала, а потом еще попробуем, там уже писалось, пункт был полноэкранное сглаживание. Я думаю, что что-то уже интересное, в теории, в картинках, кажется, еще лучше даже. Так, мне... Ой. И самая дебильная карта оказалась. Пара-пам-пам-пам. Включаемся. Нюбей. Так, в ПФПСке. Вот я смотрю, что спустилась. И, по-моему, в пятерочка. И стала 60. Давайте. Там компания, скажем, шкурнула туда. То мы в ту самую степь едем. Вот сейчас кто-то будет нам полный ахпул-нахпул. Ай, сори. Не 50. Ну, смотрите, в ПФПСке пока 60 как пишется. Я не знаю, ну, цифры, по-моему, окей. Идиот. Вы скажите, вот как так вступить? Это только, знаете, ну что, умудриться надо. Раки живы. Привет. Ты типа бессмертный или что? Да. Оказался, ну что, бессмертный. Но по FPS-ке все вполне окей было в таком случае. Потому что все-таки включим отличный бой по интерзимовой игре. Не сейчас, не дождетесь. Вот скажите, потому что сделайте какую-то, потому что рекламу, чтобы смысл был показывать, потому что людям, что ты играешь в танки. 4 исключаем. Еще раз. И давайте что-то все-таки. Потому что динамичнее чуть-чуть. И снова в Т-54. Вот обычно, ну, штанг вполне в комфорте для игр. 20 минут. С 15 я, естественно же, упустил, как всегда. Но в чем плюс? Так, в ПФПС я смотрю, что первая циферка пока в четверка идет. И изменилась на пятерку. Я не знаю, вы увидите или нет автофокус. Ну, показываю, что куда. К
Кстати, температура телефона, думаю, стала чуть-чуть побольше, в 31 градус. Что есть супер. Маус назад. Что-то засветилось. Точка Т54. Независимой. Тут вот такая компания, знаете, что смело идти вперед. Надо... Ой, блин, а там их, знаете, есть такое слово дофига. А в куда же попасть в тебя? Да. Казалось бы, еще пушка толковая, то было, конечно, получше, но с кривыми руками, что у Лени. Так, ребят, смотрите, отыграли мы уже тест 83 в 3% в 20 минут. Не-не-не. 5%, извините. 15% это чуть-чуть за дофига. Ты ж долбанный из, блин. Чего ты меня такое? Что только что было? Скажите мне кто-нибудь. Ай, я застрял. Так, ну, все, ребят, я надеюсь, что в танке уже все увидели. Я, естественно же, как обычно, опозорился здесь, но... Суть я акцентировал, что вот не в том, как мы играем. Я говорил, что вот я играю, чтобы вы увидели, вот сколько аккумулятор уходит у нас за 30 минут. Я надеюсь, что будет в конечном итоге вот кому-то все-таки да, интересно вот то, что я показываю. Так, ну что, включилось. Так, включаю графику и включил. Чтобы все классно было, высоко и высоко есть. Так, давайте включил какую-то экозону, не знаю, что это значит, для чего это, но попытаемся. Ага, 4 на 4, вот самый вот классный из режимов, вот что, ну, что я играл, что знаете, вот, ты недолго сильно играешь. Опа, это что было только что? Я уже знаю, так что можно поколбаситься немножко. Так, мне надо что-то поинтереснее. Здесь нету. Пурхалка нет. Давай хотя бы такой. Что, пацаны, вперед? Ну, кстати, играется вполне в комфортно. Ну, что, действительно, в комфортно. Игра идет. The blue team has scored for the first time. Ура! Я кого-то первым убил. И ждем, чтобы чуть-чуть очнуться. Вот это они там и косят вообще. Ах ты хитруля, я же гранату тебе кинул, блин, все равно меня убили. Но вот, ребят, ну что, динамика игры, я вам скажу, что вообще, обалдеть. Все круто и зашкаливает, реально. Там кто-то лупится. Кто в домике живет? Это не Ленька точно. Ай. Ага, не, блин. Что в голову мне выпануло. Так, ну, АКшка уже не сильно интересна. Так, идем потом спасать. Ну, или
хотя бы внимание будем чуть-чуть отвлекать. Смотрите, я в кого-то, я попал даже. Где ты, где ты? И снова я в кого-то попал. Ура! Так, опача. Что, идем в домик? Дай я присяду. Блин. Еще бы чуть-чуть, и я бы... Ну, а вдруг бы что-то да получилось. Ребят, ну прикольно. Потому что действительно, знаете, игра в плане динамики и всех плюшек, то это круто. Есть и динамика, стрельба. Все полностью. А что ж ты такой бессмертный и спину кто-то меня убил? Давай я гранату могу уйти. Так, здесь где-то засранец. Тут в кустах спрятался. Надо встречать цветами. Откуда он будет? Или слева? Я думаю, со спины будет идти. Надо сюда идти. Где? Где ты спрятался? Ни здесь нету, ни здесь. Вы заметили, ребят? Да. Ну что, в конечном итоге все-таки мы с ним встретились. И чтобы было приятно, не сильно. Ну, еще бы чуть-чуть, я бы в него попал. Killing spree for the red team. Ха! Пацаны, я со старта двух ухайдохов. Так, и что? Закончилось, что я попал в него или что? Где вы там все? Обалдеть. Да что ж ты, блин, идиот. Ну, еще чуть-чуть, и все было бы, конечно, ну, что иначе и поинтереснее. Ну, ребят, зеленки, знаете, игрок. Blue team victory. Ура! Победили. ДМ Вигерланди. Я отказался. Пойдите еще раз. Так, ребят, ну, думаю, что все увидели. Сейчас уже, знаете, вот, для контрольного включаем штанги, чтобы вы увидели, что в системе. Ну что, все-таки система, ну что, скинула нас. Но, знаете, учитывая игру штанги, вот я и не удивляюсь, что так случилось. Так, естественно же, снова Т-54 окончательно испорчил статистику, тем более, что мне уже там и опустили, ну что, и ранги, и все полностью. 30 минут будет, есть минут.
Извините, просто я сейчас думаю чуть-чуть о совсем другом. Так, я смотрю, что в ПК четверочка идет, но я так думаю, что по FPS-ке 60, не в 50. Поехали. Все-таки спустилась, слушай, FPS, в кейдаун на тротлинг, тест на час. То, кстати, я вам скажу, что там синтетика показала супер показатели. По факту, я не знаю, что будет. Ох, блин. А где вся команда? Идиот. Сейчас кто-то стартов в бочину влепит. Ну, или светлячком будет. Так, ребята, отыграли в 30 минут и съела 7% 30 минут. Пока показатель в 14% в час. Вот и для себя, ну что думаете, скажем так, ну что, игровое оказалось это решение или нет. Тара-пам-па-пам. Тара-пам-па-пам. Тортики еще стоят. Офигеть, тут, конечно, такие пацаны стоят. Где вы все? Угу. Давайте попробуем с тортиком поиграться. Куда же тебе, блин, попасть? Так, ребят, спорим в поиске. 50-ка слишком и с лишним и тортику я ни, абсолютно вот ничего не сделал. Да. Скажем вот так, опозорились мы окончательно. По итогам я, ну что в целом я сказал, единственное, что включим еще старт, и что с тех пор, ну что изменилось. Исходя из показателей, ну что показывает, что съела около 7% в 30 минут, это в таком случае получается, вот, ребят, 14% 1 час. Ну вот, если кому-то кажется интересно, хоур, правильно? Вот, ребят, что это гейм у нас будет? Гейм, тест. В целом, в показатель я считаю, что, ну, что вполне окей, что, смотрите, вот не спадает. И процессор, оптимизация, ну, что изумительная. И вы прикиньте, что вот я еще и не включал, ну, что плюшку, вот, глобальные в прошивке, ну, что будет еще функция GPU Turbo. Тут вот я ее, ну, что не увидел. Все включается, все классно, ну, что и красиво, ну, что сделано. Единственное, где она бы оказалась, я думаю, что, как обычно, упустил. Вот видите, ну, с чем ставили Google приложение они, резервная копирование и игрушек именно от нет. Вот есть, ну что, центр для игр, но вы включаете и китайские игры, а знаете, я сомневаюсь, что окажется кому-то, ну что интересно, ну что в плане вообще, что удобство в телефон вполне окей. Конечно, что крупный, ну что да, но система включается и срабатывает вполне, ну что комфортно. Это единственное, что с перископом, ну, скажем, знаете, вот здесь нам окажется вот на любителя. И с цветами вот я не хочу лукавить, потому что камера, потому что вот неудобно. И по сканеру из замечаний, ну, снова таки, что, ну, что телефончик, ну, что тоненький, конкретнейший. И получается, вот с непривычки попасть чуть-чуть, ну, что вот неудобно. Именно, вот, чтобы комфортно оказалось, вот надо, ну, что держать его вот так. В таком случае включается. Тут я не спорю, что, ну, что тление... Ну что, мнение чисто личное, но в любом случае, вот я не стесняюсь и говорю. А так, ну что, в целом, эту стоимость, что он стоит, я считаю, что это просто пушка. Всем рекомендую. Всем спасибо, пока.